Как библиотека конкурирует с интернетом и развитием технологий? Кто сегодня посещает библиотеку? Чего сегодняшней библиотеке должно быть больше? Компьютерных технологий или живого общения с читателем? Что читают больше всего? Смотрите программу «Город С» 25 июня 18:15. Гости в студии – Людмила Яблонко, главный библиотекарь библиотеки номер 23, и Оксана Носыч, главный библиотекарь филиала библиотека номер 5.